Бүгін айрықша сезіммен сіздерге Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелеріне сәлем беру және Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы аса маңызды әрі беделді саяси институттың кезекті сессиясы жұмыстың басталуымен құттықтау құрметіне ие болдым. Ел басшылығының және халқымның тарапынан сенім мен қолдаудың арқасында маған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұлт басшылықтары істері жөніндегі жоғары комиссары жауапты міндет жүктелді. В своей повседневной работе еще раз убеждаюсь, насколько важно широко распространять на всем пространстве от Ванкувера до Владивостока богатый опыт, накопленный нашей ассамблеей, которая воплощает уникальную казахстанскую модель управления этническими отношениями и которая по праву считается передовой практикой в контексте ОБСЕ. Уверен, что работа в этих направлениях будет продолжена государственными органами и гражданским обществом Казахстана при активной поддержке со стороны Ассамблеи и Офиса Верховного комиссара. Мне особенно приятно, что имею возможность поздравить вас всех с 30-летием независимости нашей Родины, укрепление суверенитета которой и межнационального согласия и мира в Казахстане. Ассамблея под мудрым, дальновидным руководством Елбасы Нурсултана Назарбаева и при вашем деятельном участии внесла и продолжает вносить огромный вклад. Спасибо за внимание и на лучшие пожелания из Гааги. Көріскенше.